Ганновер Фист. Вы знаете подзащитного капитана Стерна? Да, я знаю капитана Стерна. И на свете еще не было более доброго, более щедрого человека. Я обещал ему 35 тысяч зуликов за показания в мою пользу. Он словно чаша до краев, наполненная сливками человеческой добродетели. За все то время, что я знаю его, он не совершил ничего аморального. Видишь? Если не учитывать содержание несовершеннолетних проституток. И он ни разу не нарушил закон. Если не считать те случаи, когда он продавал наркотики, переодевшись монахиней. Но я... Он всегда был добрым, законопослушным гражданином. Да прекрати же! Федерации и... Заткнись! И общественно-сознательным человеком. Да он просто низкопробный, двуличный, коварный, пронырливый, порочный червь. Его мало будет повесить, его мало будет сжечь. Ганновер, его нужно разорвать на мелкие кусочки и похоронить заживо. Ганновер, я убью его. Убью. Успокойся. Я уверен, мы сможем все убедил. Так, посмотрим. 33, 34, 35 тысяч зуликов. Спасибо, Ганновер. Не за что, босс. И Ганновер. Да. Goodbye. Прощай. Лишь немногие ускользают от меня. Я всесилен.